Поехали, это была первая наша коробочка бокс. Теперь мы благополучно добрались до места назначения, поэтому именно с этой красоты я приветствую всех, кому интересна наша экспедиция. Света снимает, я так понимаю, пока не нас, а панораму, ну и правильно делает. И теперь торжественно вскрываем второй бокс под названием «Познай». С этим боксом мы познаем много новых красот. О, открываем и видим. Приветствую участникам. Дорогие участники экспедиции Тинториум. Первая цель путешествия достигнута. Желаем вам ярких впечатлений от окружающих красот. И пусть с вами случаются только приятные приключения. Оставайтесь здоровыми и полными сил с продуктами Тинториум. С любовью и заботой, компания Тинториум. Ура! Теперь наступает торжественный момент. Посмотрим, что же нам подарила компания, чтобы нам жилось веселее. О, первое, апицампы. Апицампы. Но апицампы это утром съесть и целый день, как говорится, удался. Далее. Увлажняющее молочко для тела Авотель. Пока разбираем быстренько. Апицампы. Так, так. О, вот оно. Держи, Лена. Классно. Вот такое увлажняющее молочко, потому что здесь ярчайшее солнце. И чтобы защитить кожу, наше увлажняющее молочко нам поможет. Продукт номер один. Где он у вас? О, держи, Андрей. Продукт номер один. В общем, это в простонародье люди говорят йод, а у нас вместо йода и прополис со спиртом. В общем, назначение широчайшее. Любая ранка, как говорится, дезинфицируется мгновенно. Следующее. Крем Экстрим. Это вообще... Это в дороге незаменимо. Незаменимо. Имеет очень много побочных эффектов. Например, один из них. Фурункул, который назревает, если потереть экстримом, просто исчезает. Ну, это так, к слову. Тинториум Плюс на сухом меде. Новый продукт, который еще ценнее, чем Тинториум Плюс. Просто, как говорил один мой знакомый, ешьте Тинториум Плюс, лучше на белом свете ничего нет. А говорил это заслуженный мастер спорта Валерий Сунцов, призер Олимпиады 66-го года. Тогда ему тренеры Советского Союза говорили, ничего лучше нет пыльцы. А пыльца это и как раз наш продукт Тинториум Плюс, да еще на сухом меде. Это ноу-хау. В общем, ну, не в мире, но пока, в общем, хороший, очень хороший продукт, новый продукт компании. Крамбабуля с ягодами. Это будем чай заваривать. Это варианты применения. Варианты применения очень широкие. От заварки, от чая, от навара и так далее. И глинтвейна. Водный экстракт прополиса. Ну, кто не знает BPV, то мы таких не знаем. Вот, ну вы знаете, вот все. Но мне кажется, это очень большая поддержка для нашей экспедиции. Спасибо компании. Мы теперь движемся с этими продуктами в первое путешествие. Ура, товарищи! Ура!